Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ և նրբաճաշակ հավաքածուներ, գները անհավանական ցածր են։ Սպին Իսկանդարյան, ավամսովը։ Здравствуйте, коллеги. Ну, во-первых, я не очень понимаю пока, что происходит. Меня разбудили сегодня ночью, представьте себе, из Америки. Там-то был день уже, да, коллеги. И с тех пор я внимательно слежу за тем, что несется со всех сторон, вот за нарративами, которые идут. И связываюсь в том числе с украинскими коллегами, и даже уже у меня есть какие-то возможности получать что-то от простых людей там живущих, и в общем верить всему этому нарративу сложно. Не очень я понимаю, что происходит, чрезвычайно много фейков, причем фейков не только текстов, но и видеофейков различного вида. Судя по всему, пока это точечные удары, довольно аккуратные, по военной инфраструктуре. И вот мне трудно это понять вот прямо вот до сегодняшнего момента, но насколько я понимаю, коллеги поправят, если вдруг у российских коллег есть какая-то уже другая информация, которую они могут верить, остальное все я видел, то, что открытое, да, но что наземная операция в сколько-нибудь расширенном виде пока не происходит, как минимум пока. Соответственно, у меня, мне кажется, что то, что будет происходить, очень сильно зависит от того, как это будет происходить. То есть, возможны разные варианты. Первый вариант, ну, классический с точки зрения военной стратегии, после ударов по военным объектам должны быть десанты, если есть необходимость двигаться достаточно далеко, и наземная операция как минимум на территории Донецкой и Луганской областей, то есть вот того, что находится под управлением Киева, да, это должно быть наземная операция. Рассыпется, не рассыпется в этих местах украинская армия, вопрос, тем более, что там достаточно все обустроено. Далее, где будут останавливаться, есть ли намерение идти дальше. Дальше куда? До Днепра, до Одессы, до Киева, Днепр с Киевом и Одессой, там, я не знаю, до входа в Крым, каким образом смещать власть Зеленского и пытаться влиять на всю Украину. Это разные сценарии, они могут очень по-разному развиваться, и это зависит, а, от позиции Москвы, б, от того, как на это будет реагировать Запад. Развивался этот кризис поэтапно, это было видно примерно с конца ноября, начала декабря. Он развивался, и каждое следующее развитие было переход на следующую стадию повышения ставок. Вот это вот очередное повышение ставок. Никто не говорит, что оно последнее. По крайней мере, я это не говорю. Очень я бы не согласился с двумя из трех коллег, которые здесь уже успели поговорить, я, пожалуй, что соглашусь с тем, что говорил доктор Маркедонов, и не только потому, что мы хорошо знакомы, и с остальными двумя коллегами хорошо знакомы, а с остальными бы поспорил. Во-первых, поспорил бы с господином Крыловым, потому что, ну, я не думаю все-таки, что речь сейчас идет о сползании в Третью мировую войну. Я не думаю, что Запад собирается вмешиваться военным образом. Санкционная война, да, конечно, у этой санкционной войны тоже есть ограничения на самом деле. Опять же, зависит от сценария, зависит, куда пойдет, но что будут туда высаживаться, там, я не знаю, кто, американские войска и будут бомбить российские города откуда-нибудь из Польши и Румынии, это, мне кажется, что пока преувеличение. Пока это все-таки то, что происходит вот таким образом. Да. Я бы не согласился и с тем, что Боря говорит, с морализаторскими терминами. Да. Может ли война решить какие-нибудь вопросы? Может. Война есть продолжение политики, и всю историю человечества войной политики решали какие-то вопросы, какие-то проблемы. Иногда ужасно, иногда у них не получалось. Иногда этот вопрос решался не так, как они хотели его решить. Но война – это одно из средств для того, чтобы добиться политических целей. И последнее, что я скажу, ну вот отвечая на этот вопрос установочный, да, это никакая не борьба за Украину.
Это конфликт вообще. Украина – это даже не повод. Это поле, на котором происходит чрезвычайно серьезная по замаху вещь. Это попытка России изменить конфигурацию или там архитектуру европейской безопасности. Систему взаимоотношений между, ну, назовем это коллективным Западом или НАТО, как угодно, да, можно Вашингтоном это называть, и России, которая сложилась в 89-90 году. Вот что это такое. Украина – это, повторюсь, это тот театр, то место к ужасу украинцев, людей, которые там проживают, понятно, да, это все живые люди, но это та площадка, на которой происходит борьба отнюдь не за Донецкую и Луганскую области. Это все принципиально более серьезно, поэтому представить себе, что это вот так вот сейчас закончится, возьмут себе ту часть Донецкая, Луганская, которая контролируется не Украиной, и все, и дальше будет какое-нибудь заключение мирного договора и продолжение того, что происходило раньше, я не думаю. Россия именно что наставит, вот еще одно, последнее, да, это ведь то, что делает Россия, это по основной вопрос российской философии, да, и это отнюдь русская философия, это отнюдь никто виноват, что делать, а ты меня уважаешь? Россия пытается сделать так, чтобы с нею разговаривали, с ней придется разговаривать, судя по всему, как минимум после того, что происходит вот сейчас. Спасибо. We'll be right back.